Георгий Мартиросян родился 31 января 1948 года в Ростове-на-Дону. Отец – Хачатур Мартиросян, армянин, мать – Юлия Ивановна Ганикман-Воронцова, русская, 16 лет поступил в Ростовский театральный институт. Мастерская Г. Гуровского, закончил его в 1968 году. В армии служил в ансамбле песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Вел конференц. После армии работал в Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького. Потом в ростовском ТЮЗе. С 1980 года по 1983 год работал в Московском театре сатиры. Затем играл разноплановые роли в различных антрепризных постановках. С 1983 года по 1993 год. Работал в театре им. В.Л. Маяковского. С 1998 года играет в театре. Школа современной пьесы.